мемориалу Журавлина Дыльменем в Якутске возложили цветы. Якутяне отдали дань памяти воинам, погибшим в сражении за родину на озере Ильмень под Новгородом в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие приурочили к 110-летию со дня рождения Сергея Васильевича Барагонского и 50-летию его баллады «Священный Ильмень». В 1943 году планировалось несколькими лыжными бригадами, состоящими из охотников якутян, скрытно пройти по льду Ильменя к Старорусскому берегу и атаковать фашистов. Однако лыжный десант был обнаружен врагом и уничтожен. При написании баллады Васильев Барагонский провел большую поисковую работу, много лет переписываясь с очевидцами событий на озере Ильмень. Стоит отметить, что в мероприятиях, посвященных знаменательным датам, проводится чтение баллады «Священный Ильмень» в районах республики, а также в Новгороде и Петербурге. «Священный Ильмень» было написано в 1967 году, в 1959 году он был удостоен премии имени Аюнского. Он несколько раз выезжал на новгородскую землю, встречался с жителями Новгорода, города Старая Русса. И вот по их воспоминаниям он был очень такой восприимчивый, всю боль людскую принимал близко к сердцу. И вот поэтому он создал эту балладу. На земле Новгорода, в Старой Руссии, помнят его и очень ценят.